Так, переходим к самой интересной части сегодняшнего нашего видео. Это как можно, используя салфетку Абсолют для мытья посуды, вот эту шершавую поверхность, как ее можно использовать для чистки ноги рапан. Так, сразу промываем их под водой. От пены, там, от всего. Видите, вот, вот я промываю, да? От пены, которую не выделяют при варке. Вот, они как резиновый мячик стали чуть-чуть. Так, и вот обратите ваше внимание. Вот, это пятка, да? Видите, она вся черная. Вот такая черная. Вот эту черноту желательно снять. Хотя, в принципе, для гурманов не наоборот, не обязательно снимать. То есть там очень много минеральных веществ. Так, вот я беру эту самую и начинаю тереть. Раз. Вот видите, чернота выходит. Вот, да. Так, я замечаю так, вот лучше брать, держать салфетку. А, вот так, удобно. И просто ладит его и раз. О! Видите, салфетка стала такого темного цвета, а лапа почистилась. Вы же понимаете, что рапана, моллюск лазит везде. По всем камням, по всем этим самым, по песку, по всем растениям, что есть под водой, на грунте, на глубине. Ну вот оно такое более-менее розового цвета стало. Вот. Обычно ножом, когда начинаешь чистить, но это практически невозможно. Вычистить или проще обрезать это. Пятку, эту лапу. Вот видите, вот оно стало цветом таким. Вот. Вот. Таким цветом стало желтеньким. Так, следующее. Следующую берем то же самое. Так, рапана в правую руку, кто левша в левую. И видите. О, смотрите. Было черное, вот. Вот черное, видите, да? А вот видите, мясо такое. Мясо желтенькое стало. Вот здесь вот. Не мясо, а вот эта поверхность. Вот это вот хоботочек рапана. Вот, видите, вот это хоботочек его, которым он поедает свою пищу. Вот. Вот это хоботочек. А вот это вот, ну как, песик или тычинка в растении. Кто не знает, кому будет интересно, посмотрите. Вот, обратите внимание. Вот это вот детородный орган рапана. Вот он такой, видите? С таким штучкой. С таким концом. Итак, следующий рапан. Раз. Также стираю салфетку. Раз. Протираю пятку. О, видите? О, отлично. Следующий. Обычно ножом это уходит кучу времени. И потом он полезным становится. О, вся чернота, вся грязь переходит на салфетку. Это благодаря уникальной нити японскими учеными, которые растянули полиэстерную нить тоньше 20 раз шелка и 100 раз человеческого волоса. И нанесли на нее сечение от 8 до 24 сечений. В эти сечения еще заполнили полиамидом. Вот. В одном грамме этой нити находится от 10 до 45 тысяч метров. Я, допустим, себе даже представить не могу, вот как это такое может быть. Ну вот японцы молодцы. Так, и вот из этой нити ткут различный текстиль по уходу за кухней, за домом, за телом, за детьми, за автомобилями. В общем, для спортсменов всего там хватает. Так, вот у нас осталось еще один. Вот. До белого цвета я не очищаю, не вижу смысла. Вот, ну видите, стал такой розовенький, желтенький, да, а вот черный. Очень удобно, кстати, очень удобно этой салфеткой мыть, вычищать пятки рапаном. Так, и вот последний остался. Все, вот наши 200-300 грамм рапанчиков готовы. Сделаю салат, сфотографирую, покажу всем, кому будет интересно. Пишите свои комментарии, правильно что или неправильно сделал. Все, вот. Спасибо за внимание. Сейчас буду готовить салат с рапана. Вот как раз здесь яйца, раз, два, пять яиц, вот сюда пять яиц здесь достаточно отварить вкрутую. Потом я отварю рапаны сами, мелко нашинкую лучок, нашинкую
яйца куриные, можно гусиные, там другие использовать, страусиные яйца, мамонтовые яйца, доисторических ящер яйца. Вот. Мелко нашинковали, лучок, яйцо, укропчик обязательно, черного перца, соли по вкусу и майонеза. Ну, качественно хорошего майонеза. После чего все это перемешать. А утром можно сразу кушать, а утром вообще бесподобно, когда мясо пропитается. Ну, вообще цимус, один цимус. Так что, рапанчики вкусные. До встречи на нашем канале. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И будем снова встречаться не только с рапанами. Всем привет!